Вот и лето прошло, словно и не бывало на пригреве. Тепло, только этого мало. Уверен, что многие из вас, как и автор этих строк, поэт Арсений Тарковский, уже скучаете по лету, хотя про прошедшему лету, хотя на дворе всего лишь только 1 сентября. Но с другой стороны, другое наше все. Александр Сергеевич писал в своем знаменитом стихотворении, помните? «Ах, лето красное, любил бы я тебя, когда ни зной, ни пыль, ни комары, да мухи». Уверен, что многие из вас также согласны и с Пушкиным, и ждали осени, этой осени, как избавления от чего-то неприятного, потного, жаркого, знойного. Ну, в общем-то, вам выбирать, какая точка зрения вам ближе, Тарковского или Пушкина. Ну, а я пока вам расскажу о погоде на завтра. Итак, 2 сентября получится в Ростове дождливым, как будто вода на небе только и ждала календарного наступления осени. Правда, ливня, как обещает штормовое предупреждение по региону, у нас не ожидается. Так, должно немного покапать, но температуру дождь собьет основательно. На термометрах увидим максимум плюс 25, а к ночи температура вообще опустится до плюс 16. Ветер, к слову, тоже усилится к ночи, с дневных 3 метров в секунду до 5. Так что самое время включиться в учебу по полной и школьникам, и родителям.